Мы в метро. Амаля. Привет. Привет. Парижане этого не ощущают, но пока мы шли до своей станции, пока мы дошли, мы поняли, что весь Париж пронизан подземными ходами. Если живешь в этом городе, ты не задумываешься об этом. А мы это на себя ощутили и поняли, что это так. Вот, сейчас пойдем поезд. Мы доехали до станции Мадлен и вдруг видели такую красоту. Не просто красота. Вот попробуйте догадаться. Попробуйте догадаться, что вот это такое. А сейчас я вам сейчас помогу. Покажу, что это такое. Сказка. Жили-были дед и ряба. И была у них курочка ряба. И как-то курочка снесла яичко. Не простое, а золотое. Так что вот это все, это есть большое золотое яичко. Метро Мадлен в Париже. Метро Мадлен называется по церкви, которая здесь, по собору, который находится, Мадлен. Совершенно необычная форма, греческая форма. И совершенно не похожа на обычную церковь. Пока мы ходили, пока мы гуляли, Амали уже акклиматизировался, ей уже тепло. Она же не к часу и холодно. Зато она может пускать пар из рта. Дико. Все, выполнили нашу поставленную задачу. Теперь идем гулять по Парижу. Дойдем до площади Согласия. Амалия он уже приодели. Вон Амалия. Новая курточка. В общем, ты еще не одела свою новую курточку. Мы купили шапки, носки. И теперь мы готовы путешествовать по Парижу. Всем привет. Приключения. Такое у нас не увидишь. И думаешь, не в каждом городе такое осталось. Регулировщик на улице вместо светофора. Сзади нас или впереди нас площадь Согласия, Париж. Мы шли и случайно нашли ресторан Максим знаменитый. Идем в ресторан Максим, пойдем покушаем там. Танец на шесте. Амали, зарабатываешь деньги? Пошли. А кругом елочки. Новый год, праздник. Сейчас. Вот теперь я точно знаю, что я нахожусь в Париже. Наконец-то мы увидели Эйфелеву башню и колесо. Значит, мы все-таки в Париже, нас не обманули, нас привезли нормально. Селфи. Мы решили, так как холодно и ветер, прокатиться на этом колесе обозрения. Колесо от машины? Да, вот такое колесо. Привет.
Мы сейчас на этих вагончиках поедем. Она все время хотела, хочу на карусели, хочу на карусели. Вот мы мали на карусели. Она прошлой неделе полетела. Да, сейчас она уже на карусели. Поехали. Это тоже замок, дворец. Дворец. Сейчас мы уже музей. Помнишь, мы были в Эрмитаже? Был замок, он дворец, теперь музей. Так вот, и Лувр. Сейчас параллель нет, но тут есть музей. Вот, видишь, вот это вот идет пирамида. А, вон вижу, вдалеке пирамида, это пирамида Лувра. Красивые виды. Сейчас будет все наверху, вообще будут красивые виды. Вон там Бадлен, куда мы пришли. Они де Фабс. А вот там вот, видишь, высотки, это де Фабс. Ага. Это деловой Париж, деловая часть. Да, наверху это Монмартр, да? Да, на Монмартре я не была. Не была, но... Очень высоко. Вон там тучи и дожди. Сейчас мы на самый верх вот едем. Забираемся на самый верх. Еще выше, еще выше, еще выше, еще выше, еще выше. Мадлен. Мы не так далеко от нее ушли. Ну, да. Ну, мы на самой верхушке уже сейчас. Мы сейчас на самой верху, на самой верхотуре. О, мы здесь будем даже стоять. Весь Париж как на ладони. Классные виды отсюда. А вон та Лекционная башня, это Монпарнас, куда мы должны были ехать, куда ты планировал ехать. Да, видишь, Черная башня? Ну, здание одно. А, вижу. И сено. Пароходики плывут по сене. Классно. Посмотрела, полюбовалась. Красиво. У меня перчатки много. Да, у тебя новые перчатки. Вот. Гуляем по Парижу и ищем самую главную достопримечательность Парижа. Не подумайте, что это...